И друзья, с вами Ночная Пума. И смотрите, у меня сейчас вылупляется дракон Яд. Я его вывела только недавно, только вчера. И скоро вылупится дракон Джем. Он мне очень нравится, он очень крутой. И стоит он 1750 алмазов. Это очень много, как я считаю. Так. И тут у нас задание. Сейчас сразу же выполним. Поймаем существа. Подарочки поймаем. Так, и последний подарочек. Вот. И мы получаем билет божественный. Божественные билеты. Так, теперь смотрим задание. Так. Выведите драконов. Драконов метисов. А что такое драконы метисы? Я не знаю, что это. Два или больших стихий. В общем, драконов просто. Два или больших стихий. Да уж, ну и ну. Так, подарки нам отправили. Сегодня я хочу потратить мою энергию на боях, потому что у меня уже аж 31 энергия. Я в прошлый раз не потратила мои 32 вот энергии, то да, было бы не очень. Было бы сейчас очень много. 63. Значит, как вы видите, у меня тут еще 4 новеньких дракончика. У меня есть еще... Нет, 5 новых драконов. Я, кстати, вам не показывала дракона Фавн. Такое. Красивый. Дракон. Дракон Радуга. Он, кстати, он некрасивый, если честно, когда он... Мелкий, он некрасивый. Я сейчас вам покажу. Мне он не нравится, когда он мелкий. Серьезно. Так, где он? Радуга. Вот такой. Видите, у него синяки под глазами. Мне он не понравился очень-очень. Да. Так, теперь покажу вам этих драконов. Это дракон... Челюсть. Похоже на акулу. Дракон акула, в общем. Дракон пустота. Я его вам показывала. Это было... Он у меня появился еще на 17 уровнях, кажется. Дракон дождь, который очень милый. Смотрите, как он хорошенький. Покормим его. И дракон угорь. Он тоже хорошенький. Посмотрите, как у него красиво этот ток движется с его шеи. Очень красиво, мне нравится. И здесь вы можете заметить баг. Видите, прям под шеей у него тень. И вот, когда выходит оттуда молния, видно, что квадрат, как будто квадрат. То есть это не прорисованное, но... Разработчики надеются, что на такие мелкие детали не обращают внимания, поэтому им все равно. Так, ладно, откроем сундук. Сундуки. И мы не получили еды, как же жалко. Блин. Облом. Почему так всегда? Я сейчас скоплю на вот такого дракона. Гор. Хотя могла бы Чане. Или вот этот дракон. Ну, видите ли, почему-то я решила, что этот. Я случайно. И очень грустно. Вот смотрите, какой у меня. Подменыш. Дракон какой хороший, красивый.
Урон 68. Сейчас посмотрим, сколько у этого. Урон 61. Ну да. У меня, кстати, такого дракона, вот такой вот стоящего дракона, у меня еще не было. Мне очень хочется его получить. Он такой классный. Блин, я не хочу дракон-скаут. Он мне красивый, он мне не нравится. Но мне все равно придется его выводить, чтобы чистить хранилище. Блин, почему так всегда? Так. Ладненько. Пойдем на арену сразимся. У меня. Вообще, я немного приболела. Даже не сказать, что меня очень сильно приболела, а заболела. Температура высокая, поэтому я не снимала видео позавчера. Смотрите, два дракона даже тело. Прям напротив. Фигас. Самое больное место — это то, что все эти драконы, они выдуманные. То есть таких драконов нет. Набираешь в поисковике, а есть ли дракон торт, например. Вот этот дракон, это торт. Сейчас проверю. Пирог. Это же торт. Какой пирог? Ладно, дракон пирог. Такого дракона не существует. Дракона пирога нет. Не бывает. Тут многие драконы выдуманы. Мне в дракон. И все. Ладно. Протупила. О, энергия берет больше. ХПшки. Вот дождя не надо убирать. Я себе это. Хорошо. Исцелю. Головы. Посмотрим, есть ли это дракон вообще. Блин. Ах ты ж такой сяку. Сейчас покажу моих дракончиков. Собачка дракончик. Блин, зачем я ее взяла? Мне нужно сейчас дракона со стихией камня, потому что если я сейчас не защищу
собачку, и будет грустно. Собачка у меня 20 уровня, а этот вот 17. Это 18. Ну, не такой прокачанный. В общем, пипец. Собачка, я обычно беру собачку, когда у меня драконы 30 уровня, чтобы она их исцеляла. В общем, я своего самого сильного дракона выпустила. Ну, это не самый сильный дракон, у меня еще один есть, которого я прокачала. Когда-то я вам говорила, что прокачать дракона дерево. Я прокачала его. И не пожалела. Потому что дракона с травой это очень нужно. Драконы очень нужны, серьезно. Ой. Все. Конец тебе. Да чё вы её травите все? Мне бы посмотреть, сколько у него ещё драконов. Два игрока или не игрока. Блин, я вообще ничего не могу сделать. Он уже слабый, этот дракон. Надо его быстрее. Вот. Все. Его убили. Умные. Однако. Нифига себе. Они меня так сильно травят, так стараются, а мне это пофигу. Сейчас надо быстрее сильного дракона убрать, потому что он очень опасный. Все. А вот не прокатит. Блин, вообще не сидела.
видите, они все хотят отравить мою собачку. Потому что собачка меня спасает только. Блин. Офигеть. Ах, выж. Ах, выж. Блин. У меня еще 3 дракона есть. Я тут вообще бессильна. Я могу только щит делать. Кстати, какой у него уровень? Чудика. Офигеть. 35-й. И у него еще он очень прокачан. Офигеть просто. Тем более, только вот этот дракон может сделать что-то. Только этот. Мне теперь никто не вылечит. Блин, это очень грустно. Это не действующий дракон, который вообще вне битвы. Сейчас. Так, теперь будем открывать сундуки, на которые мне вообще не хватает ничего. Ладно, я думала, хотя бы на что-то хватит, ну пофиг. Ой. Не понял. Сундучок и сундучок открою. Ничего особого. Мне нужно сейчас... Где? Вот. Поменять знак на возрождение. И сейчас я вам покажу очень классный анимацию, как драконы просят еды. Мне очень понравилась эта анимация, смотрите. Ой, храм воды улучшить. Ладно. Только ради вас. Я это делаю только ради вас. Смотрите. Как настоящая собачка, он так вот встает на задние лапки и просит еду. Это очень мило. Это волчонок. Он такой хороший. Это очень мило, серьезно. Это классно. Что странно, что едут фрукты. Фрукты едут. Блин, теперь я вам не смогу показать анимацию. Жаль. Смотрите. Вот так делает слоник. Пытается поймать слоник. Еду. Тоже как собачка делает. Очень мило. Вот так вот делает вот этот вот дракон, как и этот тоже. Вот так вот они очень мило. Такая милая анимация. Я просто в шоке. Мне очень нравится. Классно. Пойдем-ка мы потратим. Завоюем рыбинки. Тратим энергию.
потому что денег у меня вечно не хватает. И сейчас, ребята, я вам покажу, как я буду убивать босса. Так, я пока что покажу вам, как я буду убивать трёх боссов. Вот так я убиваю, собственно говоря, боссов. Ладно, я пошутила. Я, конечно, так не убивала, когда это было все в первый раз. Но по-другому. Смотрите, вообще урон не наносит. Собственно говоря, все. Не буду показывать на первой карте боссов, потому что я их убью сразу. Но если за этих драконов, то сразу. Сейчас глыбу буду побеждать, пытаться. Надеюсь, смогу. Смотрите, вообще. Ноль. Он реально очень сильный. Ничего не сказать. У меня есть возрождение зато. А у него нет. У него вообще ничего нет. И все. Ну, собственно говоря, и вот. Да. Здесь я считаю, что никого не побежу, не победил. Ну, в принципе, возможно. Он так мило садится, прыгает и падает. Это так мило. Блин, сейчас траванет и все. Мне самой отравить надо кого-нибудь. Конечно, не только этим и пользуются.
Так, давайте попросим нам открыть. Так, 5 друзей. На всякий случай попрошу всех. Нифига себе, 33 уровень, мне нужно победить. 33 уровень? Серьезно? Это же много. Нифига себе, да я... А в смысле? Вы что, меня угробить захотели, что ли? Что я вам сделала? Если бы у меня это сейчас попал, то он меня кирдык. Все, мне было бы кирдычок. Сейчас мы дойдем до боссов. Это будут 2 дракона, как всегда. Кстати, дракон Омут существует. И он очень страшный. Кстати, сейчас я вам расскажу, что делают свинцовые тучи, зачем они вообще нужны. Свинцовые тучи, они приглушают атаку, то есть они делают ее меньше. Поэтому это не просто так, какие-то там заря, вот это вот. Это не заря, это приглушающую атаку действие такое. Ну, конечно, конечно. Дракон на этого дракона вода на собачку. Тут мне еще вернули деньги все, которые я потратила на тех драконов, которыми я не пользуюсь. Я была очень рада. Не только деньги я на них потратила, еще не деньги.
хочу еще спросить. Подписчики и зрители моего канала, вот как вы считаете, мне еще стоит снимать акулью эволюции, игру акулью эволюции? Потому что у меня, конечно, у телефона память, ну, достаточно много. 50 гигабайтов. У меня iPhone 12. Так, скажите, вот мне стоит снимать эту игру, потому что память у меня не бесконечная. У телефона у меня память кончается. Вот если вы, ну, если мы наберем под этим роликом 10 лайков, то я буду снимать про эту игру. А если нет, значит, я ее заброшу, удалю. Ну, потом, конечно, я могу ее скачать, весь опыт опять себе перегнать. Но все-таки это будет долго и занимает мое время тоже. Ну, не очень приятно, если честно. То у меня видео, вот одно видео, например, это видео у меня уже занимает 4 гигабайта. Поэтому... А у меня всего осталось 10 гигабайтов, потому что у меня 6 игр, еще плюс 2 приложения для съемки. И это все достаточно много занимает памяти. Ладно, ребят, на этом пока что все. Кому понравился ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!